привет! В эфире Афиша. Я Анна Троян. Уже готова раскрыть все пароли явки на выходные. Ведь холода не беда, поверьте, будем двигаться, чтобы не замерзнуть. Ребенок любит компьютерные игры, и вы до сих пор считаете, что это плохо? В субботу Космополис переубедит вас в этом. Ведь из вашего маленького геймера может вырасти большой создатель видеоигр. На увлекательном мастер-классе ребята познают, что такое алгоритм, цикл, программирование, и даже создадут свою первую анимационную программу. Представляете, какое занятие вас ждет? Обязательно приходите в орбиту. Знаю, мои друзья, как вы любите и ждете пятницу. И лучше всего, если вечером город заснет и проснется мафия. Вновь приглашаю вас поучаствовать в легендарной игре. Берите с собой друзей, вам понравится. Ну а если после трудовой недели вам не до интеллектуальных развлечений, добро пожаловать на медовые выходные. Вас ждет концерт, танцевальные мастер-классы и вечеринка в Центральном парке. Повеселимся, приходите! И пока вы расслабляетесь в тепле на мягком диване, я напомню, не в бровь, а в глаз, здоровье само не придет. Поклонники скандинавской ходьбы, в четверг держите курс на Наташинский парк. Большая тренировка под открытым небом и масса эндорфинов гарантирована. Приглашаются только взрослые люберчане. В субботу утром уже для всех традиционный забег «Парк-ран». А для проспавших марафон – программа спортивная под руководством профессионала. Приезжайте в Томилинский парк сказок. Будет тепленько. Какими будут эти осенние выходные? Знаю, дома хорошо. А если смиксовать это с активным досугом, еще лучше. Я Анна Троян, с вами прощаюсь. Пока-пока.